Ситуацию на рынке труда после пандемии обсудили в администрации Люберец. В совещании приняли участие руководители кадровых служб предприятий и организаций. Как собираются ликвидировать безработицу в округе, расскажет наш корреспондент. Что нужно предпринять администрацию совместно с центром занятости, чтобы каким-то образом заработала на территории экономика? Этот вопрос стал основным в повестке дня. С начала года уровень безработицы в Люберцах вырос 8 раз. В городском округе признаны безработными 7987 жителей, а потребность местных работодателей в новых сотрудниках в разы меньше. По городскому округу Люберцы 571 вакансия. Вы понимаете, что это маленький процент для трудоустройства такого количества безработных, состоящих на учете в детском центре занятости, которые реально нуждаются в работе, которые желают выйти на работу и хотят многие трудоустроить непосредственно у нас здесь, в нашем округе. Чтобы помочь безработным трудоустроиться, руководителям организаций и предприятий набрать штат сотрудников, 20 августа Люберецкий центр занятости проведет ярмарку вакансий. С 10 до 14.00 у работодателей и соискателей будет возможность познакомиться друг с другом. И это далеко не единственный шаг, направленный на ликвидацию безработицы в округе. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.